В Доме дружбы состоялась церемония награждения областного этапа республиканского конкурса «Государственный язык и средства массовой информации». Журналисты в своей деятельности регулярно освещают важность развития языковой политики. На суд жюри представили более 10 работ по двум номинациям – телевизионный материал и публикация в печатном издании. Конкурс направлен на развитие государственного языка и повышение его престижа в журналистской среде. Победители областного этапа конкурса наградили грамотами и ценными подарками. Также они смогут участвовать в республиканском итоговом этапе конкурса. Цель конкурса – пропаганда государственной языковой политики в средствах массовой информации, привлечение внимания общественности к вопросам государственного языка, модернизация общественного сознания посредством статей и репортажей. В конкурсе принял участие и занял первое место один из известных журналистов региона Умир Ескали. Он посвятил журналистике более 40 лет и продолжает поднимать значимые актуальные темы региона. В своем материале я поднял тему о необходимости, значимости и популяризации казахского языка в нашем регионе. В области очень много школ на русском языке, а обучающих школ на государственном можно пересчитать по пальцам. Любовь к языку нужно прививать с детства. Конкурс стал традиционным, он позволяет выявлять профессионализм журналистов и развивать значимость, престиж государственного языка. Наталья Аитова, Михаил Казначеев, служба новостей.